Кто знает, как эта штука работает? Сначала ее нужно включить. Ты что, не умеешь обращаться с пылесосом? Понятия не имею. Ладно. А, поняла. Давай. Хотите, покажу? Прошу тебя. В розетку пробовали включать? Пробовали. Вот на это нужно наступить, должен заработать. Это не кнопка. Почему никто из нас не разбирается в таких пылесосах? Работает! Ненавижу звук пылесоса. Выключи эту гребаную дрянь! Я с ума схожу! Millions of people living as fools. Maybe it's not too late to learn how to love and forget how to hate. Why? No, no, no. При участии Элайджа Вуда и Ханна Вуд. Доктор Айболит, блядь. Запах успеха. Вон пошла. Вон, вон, Лола. Ну вылезай. Шэрон. Шэрон. Иди сюда. Бля, опять срут повсюду. Чего? Она здесь целое озеро напрудила. Что меня больше всего бесит. Мы заплатили столько денег за ремонт, а теперь живем как в зоопарке, бля. Келли только что звонила из зоомагазина. Нет, 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 забудь. Никаких зоомагазинов. Тебе что, даже не интересно? Если это что-то живое, не интересно. Это котенок, мальчик. Шэрон, я тебя умоляю, послушай меня. Никакого котенка-мальчика в этом доме не будет, иначе он его сожрет. Хуже всего кошачья моча. Ладно, ладно. Никакого кота. Бу. Никакого кота больше, ясно, детка? Хорошо, хорошо, я скажу, чтобы она его не покупала. Она его еще не купила? Нет. Ладно, все, я выхожу. Прошу, не давай ей покупать кота, Бу. Прошу, не давай. Не дам, пообещай, обещаю тебе, торжественно клянусь. Я тебе позвоню, постарайся поднять трубку. Шэрон, я умоляю тебя, я умоляю, на коленях стою, никаких больше животных. Никаких животных не будет, я никого не привезу, не волнуйся. Я обожаю животных. Главная наша дива – Минни. Она здесь королева, ей позволено все. Далее Мэгги, следующая Минни, так сказать... Героинщица. Дальше Crazy Baby. Когда-то мы ее звали New Baby, теперь переименовали в Crazy Baby. Она невротичка. Затем Пип. А затем наш гей Мартини. Мартини Бьянко. Дальше у нас Пус. Лулу. Она очень ворчит и стала очень толстой. Похоже... на тюленя. Лола тоже очень большая, она замечательная, она очень энергичная. Однако, а ну-ка слезай, господи, она не прожрала все сиденье. Семейка Осборна очень любит тратить деньги. Часто мы говорим друг другу, может быть, у нас слишком много собак. Давайте, шутки ради, заведем кошку. Шэрон!
Джек, что? Собака съела стул. Что? Собака съела обивку на стуле. Лола? Да, это натворила Лола. Бля, нужно ее покрасить в розовый цвет, потому что если отец придет и увидит это кресло... вот он, какая прелесть. Нет, двоих котов в этом доме не будет. Я не собираюсь брать себе нового кота. Я просто хочу его спасти. Не будешь ты его спасать, в конце концов ты его себе возьмешь. Не возьму. Тогда зачем он тебе? У нас семья дисфункциональная. Прошу прощения. Вот что у нас дисфункциональное. Это кресло дисфункциональное. Что? Оно дисфункциональное. Смотри, сколько говна на земле. Собака дисфункциональная, потому что она злится на тебя, как и я. Злишься на меня зачем? Ты знала про кошку. Она знала про кошку. Она просто злится на тебя, как я. Самая злобная... Она после того, как Пипи появился. Помнишь, в Малибу она была просто ангелом. А потом появился Пипи, потом кошка. И она очень надулась. Я прогуливал ее в Малибу. Уебывай. Правда? Привет, Пипи, привет. А можно я Пипи скормлю койотом? Давайте поговорим про Лолу. У нее билет в один конец. Не будем говорить про Лолу. Давайте лучше про Минни и ее билет на шоссе. Нет. Минни, я тебе не дам. Никогда. Каждый раз, когда я ее вижу, мне хочется излиться песней. Джек, если он увидит эту собаку. Идет? Да. Покажите, где здесь бродячие кошки? Сейчас в клетке. Мы поставили туда банку с тунцом. Это новая сауна. Совсем не такая, как старая. Я хочу более мощный поток. Это невозможно найти в Калифорнии. Они заставляют эту штуку вставлять прямо в душ, чтобы контролировать давление воды и экономить, в конце концов. Когда они уйдут отсюда, мы все сделаем, как нам нужно. Нет, нарушать закон мы не будем. Оззи, я не знаю, что такое с этими бульдогами творится, но я не могу смотреть на собаку, когда она в одиночестве, а я не могу смотреть на собаку, когда мы наедине с ней. Ты меня не понимаешь? Это ты меня не понимаешь, дорогая. Я обожаю Лолу, только вот я ей не нравлюсь. Она пытается меня съесть. У нас можно купить мужские, женские и детские футболки с принтами и другие товары с изображением Оззи Осборн. Оплата при получении или онлайн банковской картой, электронными деньгами. Доставка по России и миру почтой. Товары вы можете заказать внизу по ссылке под видео в описании. Видишь, что натворила твоя собака? Вижу. У нас что, нет никакого питомника для собак? Есть. Джош посылал свою туда. Вот видите, ее нужно выдрессировать. Вообще-то все себе заводят таких лесси, которые делают всякие штуки. Я больше не буду поднимать какашки с пола. Я рок-звезда. Животные как дети. На них нужно постоянно обращать внимание. Посмотри, хочешь фокус? Кто-нибудь, хотя бы кто-нибудь покормил сегодня псов? Неужели они не могут хотя бы день не поесть? Какая глупость. Кто-нибудь кормил собак? Нет. Мам, что? Я должна тебе кое-что сказать. Мой танго? Что? Танго, вот эта одежка. Она у меня залезла в жопу, я не могу ее вытащить. Я бы ее вообще сняла или отрезала. От этого дрожжевая инфекция развивается. У меня никогда в жизни не было дрожжевой инфекции. Теперь будет, миссис. Не знаю, как вообще возможно такое носить. И думать, что это удобно, Келли. Просто, чтобы никто не видел, какое у тебя белье. Пожалуй, это сексуально, когда видит, какое у тебя белье. Мама, Эми носит такое танго каждый день. И сейчас на ней мое танго. Поэтому то, что было у меня в заднице, теперь в ее заднице. А я не возражаю. Кто это нассал? Кто нассал на мой гребаный ковер? Опять эта гребаная собака, блядь. Я сейчас в бассейне ее утоплю. Пошел вон из моего дома, твою мать. Из моего дома.
Научи этого террориста. Он из шайки Бен Ладена, не иначе. Шерон, зачем ты так? Что такое? Они обожают писать на античные ковры. Обожают? Это у нас конкурс. Кто больше нас сыт? Нет, ну интересно, он приходит, сыт на мой ковер? Не просто брызнул. У него, наверное, в жопе настоящий бензобак, как у верблюда. Все зассал. Это же мои салфетки. Это же фирменные салфетки. Лола, что ты там жуешь? Нет, посмотри. И ухом не ведет. Сегодня до половины третьего. А почему не до пяти? Не начинай. Мама, я тебя обожаю. Келли, тебе не пить. Но я же за рулем. Сегодня утром у нас кофе. Обожаю запах утренних подмышек, запах свободы. Что у тебя в волосах, жвачка, что ли? Это цветочек. А я думал, это жвачка. Келли, будь осторожна. Пообещай мне. А что я могу по-другому? Ну, допустим, сделай мне прокол. Теперь лишат прав. Сначала нужно учиться водить. Мне для этого нужно 3 недели. Так за что ж тебя оштрафовали? За то, что я не остановилась на сигнале стоп. Ты получила 2 очка, Кел. Нет, 1. Если получу еще 1 в ближайший год, у меня могут забрать лицензию. У всех моих друзей 7 очков, а у них права не отобрали. Значит, у тебя осталось еще 1. Это конец. Послушай, а если никто не едет, тоже нужно уступать дорогу? Зная меня, возможно, они специально дадут мне еще 1 очко, а потом заберут права. И об этом напишут все газеты. Но ты умеешь водить, правда, Келли? Нет. Нет? Я дерьмовый водитель, но ничего. Ну все, хватит. Шерон, видишь? Можно выдрессировать собаку. Она шарами будет крутить на голове. Но эту собаку ничему не выучишь. Дверь всегда открыта. Она нам засрала весь пол. А если ее оставить здесь? Нет, Джек ее не поднял. Я не мальчик. Я не буду ее поднимать. Ты самый лучший муж на свете. И отец тоже. И мы тебя все обожаем. Такое ощущение, что я стал человеком-невидимкой. Да прекрати ты! Ханна! Келли! В Библии также упомянуты морские чудовища. Например, в книге Псалмов многоголовый змей затем скармливается израилитам. Ты же мне сказал только на днях. Кто? Собаку выпустил. Кто? Кто? Прекрати, ты танцуешь, как гулящая женщина. И я не шучу. Это ты так танцуешь, мама. Я не просто танцую. Я не просто мама. Блин. Вот тяжело. Вы знакомились с моим папой? Это Элайджа, только неофициально. Здравствуйте. Мы сегодня идем на концерт нового ансамбля Билли Коргана. Новая группа, да? Билли Корган, Смеши Папкинс. Зван называется. А почему такую собаку назвали Лолой? Потому что имя красивое. Ну, такая попса, конечно, но звук как на машине. Мне не очень понравился этот альбом. Ты просто предвзято к этому относишься. Да нет, не предвзято, просто скучная музыка. Как фоновая музыка в лифте, понимаешь? О, Джек, скорее сюда! Посмотри! О, боже! Боже! Это она только что сделала. Джек, моя новая кушетка. Она ее зассала. Джек, я так больше не могу.
От этой собаки нужно избавиться. От тебя нужно избавиться. Не так уж и воняет. Это ты там стоишь. Иди сюда. Мне нужна ваша помощь. Идите все. Хорошо, хорошо. Я помогу. Отойди. Моя собака никогда не спит. А когда была с щенком? Ей всего год. А забавно. Ты на людей нападаешь. Молчать! Ну же, детка. Ну иди ко мне. Молодец, молодец. О, Господи. Что, Господи? Она только что на меня пену пустила. Мы помирились. Вчера мы решили избавиться от Лолы, потому что... Избавиться от Лолы? Куда она отправится? Потому что она срет повсюду. Я никогда в жизни не видела столько дерьма. Она срет в моей комнате, в детской. Она высирает инопланетян. Такое ощущение, что чужие снимают. И я сказала Оззи, и Оззи согласился. От собаки нужно избавиться. Избавиться раз и навсегда. Но когда сегодня Оззи спускался по лестнице, он говорит: нет, не надо избавляться от Лолы, я ее обожаю. Мама, ну так нельзя. Я не понимаю, как можно избавиться от собаки, которую ты уже любишь? И сказать: ладно, пока, Келли. Но если она срет инопланетянами, что делать? Она жрет все. Я сижу в кресле, а она ест ножку прямо подо мной. Но она такая красивая. Сучка, хватит, хватит. Келли, оставь ее в покое. Она плохо себя чувствует. Мини настоящая сука. Глупая, тупая, злая корова. Она любит, когда все обращают на нее внимание. Она сама ничего не сделает. Она сейчас прыгнет и вцепится тебе в лицо. Келли, и тогда... Нет, иди. Иди. Оззи, сегодня к нам придет женщина, я ее специально наняла. Она даст нам совет по поводу собак, по поводу этого говна. Дорогая моя, ты знаешь, неважно, кого ты там пригласила, открой дверь, блин. Она поможет нам с собаками. Нам не нужен психотерапевт. Нам нужно просто подниматься в 7 часов утра и открывать для них дверь. Привет. Привет, здравствуйте, я Тамара. Я по поводу собак. Здрасте, я Шэрон. Здрасте, ребята. Господи, сколько их. Только она у нас не писает и не какает на пол. Правда? А все остальные это делают? Оззи, это Тамара. Тамара, это Оззи. Здрасте, Тамара. Здрасте, до встречи. Давайте возьмем какую-нибудь деревяшку и ударим ее по башке. Я думаю, нужно понять, что самое важное в мозгах этих собак. Скажите ему, а почему мне? Ей скажите. Я думаю, что вы просто их сильно избаловали. Это чокнутый бульдог. Это абсолютно чокнутый бульдог. Нет, посмотрите на него, он такой милый. Лола замечательная. Посмотрите, она деструктивна. Она прыгает на койку моего сына. Она мучится на его кровать. Да, мне уже рассказали. Понимаете, в каждой собаке гнездится волк. И даже когда все ее желания выполняются, внутри она думает: мне нужно на охоту. Пожалуй, она чокнулась. Да, безусловно, у вас здесь стая, настоящая волчья стая. И они отказывают вам в уважении, потому что воспринимают вожаком вас. Я думал, в жизни видел все, а теперь еще психотерапевт собачий. Что за хрень? Сидеть. Смотрите. Какая умная собака. Вот видишь, не такая ты дура, как все думают. Иди сюда, говноед, иди. Иди ко мне. Сидеть. Лола, из 10 баллов ты получаешь 12. Ты очень удивила свою маму. Большое спасибо, Тамара. Мне было приятно увидеть, как самое лучшее... Ой, черт. Но мы еще не начали работать над дрессировкой. Лола, ты полная дура. Нет-нет, это мы виноваты, потому что мы не обращали внимания на нее и не начали заниматься дрессировкой. Начнем. До встречи, Тамара. Счастливо. Большое спасибо. Это такой... подарок. До свидания. Лола, дурочка ты.
У нас можно купить мужские, женские и детские футболки с принтами и другие товары с изображением Оззи Осборн. Оплата при получении или онлайн банковской картой, электронными деньгами. Доставка по России и миру почтой. Товары вы можете заказать внизу по ссылке под видео в описании. Оззи, ты пропустил классический прикол. Что, говно? Нет, Тамара уходила, а она так выходит. Ты такая добрая, ты такая хорошая. Так она выходит прямо сюда и писает. Кто? Ну не Тамара же, Лола. А почему ты... Пока, Тамара. Щипцы? Когда папа узнает про этого кота, он с ума сойдет. Он ничего не узнает. Допустим, что-то важное и сложное происходит. Нет, никаких животных. Никаких больше животных. Я не согласна. Шэрон!